Всем привет, вы на канале Дети Звезд. Павел Трубинер и Юлия Мельникова вчера вышли всей семьей на премьеру фильма «11 молчаливых мужчин». Но на этот раз, к удивлению и радости всех поклонников, они взяли с собой 6-летнюю дочь Елизавету. Кстати, это впервые. На фото, опубликованном в соцсети Instagram, все трое запечатлены на фоне афиши. «Милое семейство, красивая семья». «Прекрасное фото», – пишут поклонники и отмечают, а дочка-то папина очень похожа, девчоночка-куколка, папина копия. Напомним, Юлия и Павел вместе с 2010 года. Мельникова также знаменитая актриса, она активно снимается в кино и вот уже почти 20 лет служит в «Сатириконе». У Павла также есть два старших сына от спортсменки Ольги Мухортовой – Павел и Александр. При этом братья любят младшую сестру и очень о ней заботятся. А как вам кажется, на кого похожа малышка? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!